Сейчас ему 50, и он зарабатывает в день 300 тысяч рублей. Наш герой – многодетный отец. Он народный артист России, который большую часть своих гонораров тратит на благотворительность. Ведь от рака умер его отец и любимая супруга, после смерти которой его единственный сын на тот момент стал жить с бабушкой в Барселоне. Как сейчас живет талантливый Константин Хабенский. Его отца забрал рак, когда наш герой стал сниматься в «Ночном дозоре», а супруге поставили страшный диагноз – опухоль головного мозга. К сожалению, даже лечение в Штатах не помогло. Насте не стало в возрасте 33 лет. В тот момент их сыну исполнился только один год. Маленького Ваню забрала теща на воспитание и до прошлого года жила с ним в Испании, в Барселоне. А сейчас перебралась на ПМЖ в Москву. Сейчас Ивану уже 15 лет. Он отлично ладит с отцом, а все эти годы практически каждый день разговаривал с папой по скайпу. После смерти жены Константин вновь сковал себя узами брака только через 4 года. Его женой стала актриса Ольга Литвинова. Сейчас супруги счастливы в браке вот уже почти 10 лет и воспитывают двоих общих детей. Дочери Александре уже 6 лет, а маленькой Вере только 3 года. Сейчас Хабенский получает 75 миллионов рублей в год. Это чуть больше 6 миллионов в месяц или почти 300 тысяч рублей в день. Однако большую часть Константин Юрьевич тратит на благотворительность. Актер после смерти супруги создал фонд под своим именем и помогает больным детям. А совсем недавно наш герой стал директором Московского художественного театра имени Антона Чехова. Константин Хабенский – невероятно талантливый актер и человек с большой буквы. Он помогает нуждающимся и действительно много работает, любит свою семью и обожает своих детей. А как вы думаете, с легким ли сердцем Константин отдал сына бабушке?